В эфире Наталья Тен, и этот выпуск будет про про осликов. Я не шучу, хотя шутки люблю, и на этом канале мы чуточку безобразничаем. Из путешествий я всегда привожу тысячи фотографий. Недавно рылась в своих архивах, чтобы найти одну из фотографий, а наткнулась на совсем другую, на осликов или на ишаков, как их называют в Узбекистане. И решила вам рассказать одну очень забавную историю, которая сама по себе довольно любопытна, но еще имеет интересное продолжение. Поэтому смотрите до конца. На YouTube еще об этом никто не рассказывал. Те, кто был в Узбекистане, наверняка обратили внимание, что повсюду ходит множество осликов. Конечно же, я тоже это вижу. И, кстати, я очень осликов люблю. У них такие грустные глаза все время. У меня даже есть шутка. Ну, конечно, если бы на тебе так ишачили, то тоже были бы такие грустные глаза. Как вы знаете, я объездила весь Узбекистан. Я была в таких отдаленных районах, о которых вы даже не слышали. И вот однажды я узнала, что осликов на зиму выгоняют из дома. Представляете, какая несправедливость? Я начала вспоминать, и действительно, зимой и ранней весной вы можете очень много встретить осликов ничейных, бездомных. Как мне объяснили, это делают для того, чтобы их не кормить зимой. Я считаю, это такая несправедливость, то есть ты всю весну, лето, осень ишачил, а на зиму тебя выгнали из дома только для того, чтобы не кормить. Ну где справедливость? Я была в таком возмущении. А весной, когда наступает опять сезон работ, осликов загоняют домой. Я, правда, честно говоря, не выяснила, своих же осликов загоняют домой или любого, который пробежал мимо. Но факт остается фактом. В холодное время года действительно очень много осликов. С очень грустными глазами. Я их очень понимаю. Но у этой истории есть продолжение. Сейчас я вам расскажу. В последние 6 лет Узбекистан очень бурно развивается. И в стране появилось множество иностранных компаний, в том числе китайских. В Узбекистан приехало очень много китайцев работать. И опять же, как мне рассказали в одном глухом кишлаке, осликов вдруг по весне стало намного меньше. Оказалось, китайцы их отлавливают и едят. Поэтому с некоторых пор на зиму осликов перестали выгонять. Представляете, как классно, благодаря китайцам осликов теперь зимой кормят. Вам было интересно? Обязательно этому видео поставьте лайк в поддержку всех узбекских осликов. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик для того, чтобы получать оповещения о новых видео. С вами была Наталья Тен. Путешествуйте вкусно и в хорошей компании, даже если на осликах. До встречи в новых выпусках и в рекомендациях YouTube. Пока!